Ты бы и дальше полетел бы. Я сейчас спотыкаюсь и все. Смотри, ты господа, что-нибудь. А в ту горку на какой? На второй? А в ту? На второй? На третий? Бля, он как велик вообще руками взял, затянул. Пиздец. Бля, на нем намного проще заезжать. В эту горку так вообще не чувствуется. Сел так. Если это понравилось, так что, трехсотка не понравится, смешно. Легкий, я думал, не затяну. Взял, так он тянется, думаю, что? И потянул, а этот хер бы ты затянул так. Зачет! Ну, я тоже так стал там, думаю, бля. Заехал. Так, Ники, эти. Фриз. Заехал. Заехал. На тормоз нажал. Видишь, китайцам не хватает. Ты как спрашиваешь, когда на горку уже поднимаешься? Да? Да. Где там? Ну вот это ты уже, ну, переезжаешь. А чтобы она не курвила, надо, наверное, наперед ложиться. Ну, ты это, ну, когда уже начинаешь спускаться, как... Ты можешь заехать и не отпускай, просто на перед сядь, ну, вот.
большое. Володя. Фирма, ходовка. А тут же шеф-фондовская, но... Она полностью слаживается, где-то там скриншот скидывал, она полностью такая пш, усаженная. Да, в самом низу. Он Кунцевич ее регулировал по тендуру. И в стойке ездить. Оп. Опа. Рома. Ё-моё, что робится? Ой, у тебя кикаш нету, да? Ой, бля, этого стартера. Нету. С тобой кто просился? Куда? Ну, от 4. Эй, хуюшки, курва! Ну ты, блядь, мастер. Спасибо. Если бы ты еще заехал, как Джарвис. Так заедь, я не понимаю. Хочу я снять себя. Миша, надо нарисовать новые горки. Надо новые горки нарисовать тут.